Всем привет! Вы на моем канале Тыковка ТВ. И сегодня с вами я, Катя, буду рассказывать, где можно приобрести вот такую елочную игрушку, как скоро уже Новый год. И такую шапочку, конечно же, вот. Шапка такая. Вот этот шарик я приобрела в музее елочных игрушек. Вы можете туда пойти. Я ходила туда с классом на экскурсию. У нас там был, ну, обход по самому музею. Потом у нас был мастер-класс, там рассказывались про все игрушки, какие были в разных странах. Ну, конечно же, в мастер-классе мы делали елочные игрушки сами. Вот такой вот шарик я сделала. Видите, он зеленого цвета. Вообще там были разные цвета. Розовый там, я помню, красный, голубой. По поводу вот желтый что-то там был, я уже не помню. И вот мы их украшали блестками, и теперь у нас везде эти блестки. Вот я сейчас вам его открою, покажу. Только вы это аккуратнее, если вы туда поедете с экскурсией. Там все это стеклянное. Там все. Там даже показывали, как это делать сейчас. Аккуратно только. Вот такой шарик. Он вот на свету, то он как бы вот так вот прозрачный такой. Вот я его как украсила, сейчас я вот так вот его поставлю. Ты? Ну, я буду поддерживать. Вот. Тут я... Ой, блюзки остались. Здесь будет 2018 год, вот я нарисовала. Подчеркнула. Вот тут такая водка сверху. Это елочка. Это у меня тут всякие знаки. Вот тут тоже. Блёстки очень спаются. Вот. Это собачка. Это будет год собаки. Вот это такая морочка собачки. Я не знаю, похоже. Вот напишите в комментариях. И поставьте лайк, если вам такой шарик понравился. И если вы такой хотите сделать. Ой, он так сыпется. Так, еще у нас там было по экскурсии. Чаепитие. Мы там пили чай. Всякими там баранками. Печенюшками. Давайте пусть тут стоит. А еще, когда мы заходили в музей, нам такие шапочки всем дали и оставили. Вот блестки. Вот такие вот шапочки там всем давали, даже родителям, с которым мы ходили. Мне очень понравилось в этом музее. Там было очень весело. Там рассказывали нам какие-то профессионалы, как делать вот эти шарики. Их, даже скажу, не очень сложно делать, только надо знать все. Вот этот шарик, для примера, делали из стекла, его как-то выдували и красили специальной химической краской. Нам это очень понравилось. Там показывали самый большой шарик в мире, который выдули. Знаете, он, вот, если вам показывают вот такой где-то большой, это неправда. Они вообще, вот самый большой, он где-то вот такой был по размеру. Он в музее хранится, вы можете прийти и посмотреть. Там в конце музея на нас такую как пену сыпали, мы там что-то говорили, и там пошла такая пена, это как в виде снежка такого, я вся была в пене, потом мы этот мастер-класс делали. Но мне очень понравилось это... Советую вам туда сходить. Это находится в Сокольниках. Какая улица, вы посмотрите, потому что я не помню. Там вроде еще картинг, что ли, был написано на доме, я не помню. Но мне очень понравилось. Там и был магазин, вы могли себе приобрести шарик с кошечкой, собачкой. Короче, вот такой классный шарик я сделала себе. Мне он очень нравится, уже жду Нового года. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал. Всем пока! Пока-пока!